Друзі, ми повертаємося до нашого бадьорого ефіру. І який бадьорий ефір без чаю? Який е, щодня є вже звичною справою для кожного з нас? І до нас долучився суддя національного чайного чемпіонату Климент Матюнін. Доброго раночка. Так, доброго ранку. Одразу ж хотілося так запитати, що ж таке е, чайний, чайний чемпіонат. чемпіонат, як він проходить? Чайний чемпіонат це это... Мероприятие, которое двигает чайную культуру, оно mm -hmm. во всем мире есть. Это есть такое, как в кофейной индустрии, mm -hmm. в винной, когда там лучшие сомелье мира собираются mm -hmm. и соревнуются, кто лучше с закрытыми глазами определит, какое вино, где какой там теруар и так далее. И то же самое в чае, только там еще есть культура заваривания, mm -hmm. питье чая, дегустация с закрытыми, mm -hmm. ну, условно вы не знаете, где какой чай, заваривается 10 позиций, и все как бы вообще не понимая ничего, пытаются отгадать, где mm -hmm. какой, и потом угадать его в следующей заварке. И композиция чая и еда, которая подается в ресторанах и двигает чайную культуру в ресторанах. Класс! Mm -hmm. Так, а... у нас тут, друзья, видно, что есть определенный антураж, и мы сейчас будем э, познавать культуру, как же правильно его заваривать. Да, конечно. Так, ну давай, будь интересно. Знаешь, просто, дивись, в Украине как принято? Пакетованный чай, кинув чашку, залив да. <laughs> и нормально а как это делать правильно никто же не знает пакетированного чая просто очень много производства и спрос на него поэтому вот такого рода и заваривание чаи двигают саму культуру и как отдельный вид Ну грубо говоря пакетик можно пить с бутербродом утром вечером ночью а, а такой чай лучше пить там я не знаю когда работаете офис, еще как-то. Это как аналог чайной церемонии, но он очень такой мобильный. Как угу. вот. ну... в Англии о там, если я не ошибаюсь, на Чай... да, чайной да, да, церемонии. Да. Так, ну давай начинать, потому что уже крутить, подивитися и Есть так, такая посуда. Это, значит, называется типот или изипот. Вот его еще называют фастфуд чайная церемония, потому что вот он и заваривается, и процеживает, и сливается единый концентрат чая в одну заварку. И получается таким образом вы наливаете чай наливаете горячую воду в первую вот эту вот кружку uh -huh. тут uh -huh. происходит экстракция то что называют в народе просто заваривание чая вы ждете порядка там 5 секунд uh -huh. это ну в китае называют три удара сердца а потом просто нажимаете uh -huh. и он сливается uh -huh. и это уже заваренный чай uh -huh. Это уже правильно, заваренный чай, вот самая да. да. Швидко доволи. Ну, Я не думаю, что а это... Це... Ну, не знаю. Знаешь, у нас есть э, такая э, думка, что э, в пакетику чай это швидко, а вот все иначе, это будет долго. А буде тут быстрее, долго. чем в пакетике получилось. Так, 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 до речи. Ну, на самом деле, есть чайная церемония, то, что вы не зря говорите про, про час, потому что там где-то часа 3-4 может проходить. Uh -huh. То есть, в принципе... Есть такой формат но ну, это полта там япония китай провинция удянь гонжоу и это прям надолго а это формат более такой современный это китайцы и тайваньцы адаптировали к современному ну, потребителю можно сказать потому что они спрашивают как пить хороший чай нет времени на глину вот это все возле макбука сидишь или на кухне или еще где-то и они придумали такую штуку которую можно брать в путешествие можно брать в офис это очень ну ускоряет процесс жизни одновременно добавляет эффективность жизни человека наверное как uh -huh. тут уже такая идет э, суперечка с кофе потому да. что ага, да. тут вина и, тут. Mm -hmm. yeah. и слухай, а вот на твою думку что для лютины больше бодирить чай бодерить? кава? ой ну, есть стереотип что що... дякую. А, кава там больше бадьорить. так а -а Интересно. Ну, на самом деле, э, кофеина... Можно немножко постоять, гаряче, остыть. Гаряче. А, uh -huh. э, можно просто в чае много чайного кофеина теина. Uh -huh. э, это тот же кофеин, только другая немножечко биохимическая формула. И он бодрит больше uh -huh. и длиннее во времени, протяженнее. Если кофеина, э, кофеин классический, uh -huh. кофейный, Вы, вы там выпілі спреса выпілі капучина у вас тут же заряд бодрасти і он потихоньку спадаєдзетодзе так. э, через 20 30 і спаты хочется. Да. И начинается ты абраминовый вот этот вот маразм, и хочется опять пить кофе, и как бы это такая mm -hmm. все время ощущение, что нужно пить кофе, и выпивают как бы в офисах там по 4-5 по чашек в день. А, mm -hmm. то речи говорят, что самый зеленый чай больше бодюрит, и там даже больше кофеина. А если да, ніж... да, да. а взять черный? Я так понимаю, черный чай? Это черный чай. Uh -huh. э, он называется Flowery Broken Orange Picoe, лист сам, фракция. Mm -hmm. э, когда порубленный лист вместе с типсой чайной нераскрытой почкой. Угу. Это чай с Грузии, с региона Имерети органический. Вот у нас есть товарищ, который типа президент Федерации грузинского чая органического. И вот угу. они там. Максим... Там тоже, там та же история, как mm -hmm. в Украине. Они в 80-х были лидерами, поставщики в Советский Союз. Все там бабушки, дедушки помнят про грузинский чай. Когда mm -hmm. я работал в чайных, мне приходили, говорили, что ну, самый крутой грузинский. пахнет, я только еще так понюхала, и действительно такой... Да? Грузинский чай. А сейчас грузинский, Груз... грузины возобновляют традицию. Mm -hmm. вот. Но вот это китайские чаши, поэтому можно... Так, а давай теперь э, чайную церемонию продолживать и как же ж правильно пить? У <пытиться> правила? Ну, берется маленькая чашечка ага. обычно. И пьется с воздухом. Ну, там есть всякие приколы, как можно держать чашку, там можно <пытаюсь> по императорски держать. По-императорски, секунду. Да-да-да, это три <пытаюсь> пальца. Ну, есть такая как бы история, когда да, он точно. берется ага. вот таким образом. Ага. Да, и Ви навіть чувствуєте по-другому його. Я розумію, що десь там моє військо стоїть зараз. Захватує рім з 5 O'Clock ті і. чаю з молоком. На твою думку, чорний чай краще, чи зелений, корисніший для людини? Чи uh. там, там є свої плюси? И там и там плюсы. Uh -huh. Курыснейшие однозначно зеленый, uh -huh. зеленый, белый, даже вот эти вот шеи, которые наименее окислены. Uh -huh. А вот этот, он нам по менталитету, по гену больше, ближе, uh -huh. можно так сказать. Потому uh -huh. что мы живем в достаточно холодном регионе, хотя через две недели лета. Як бы. И хочется обычно все время согреться, согреться, согреться. И обычно наши люди, даже по статистике, если взять, не знаю, полки супермаркетов, то там процентов 80 это потребление черного чая. Так. Черного, угу. немножко зеленого. Зеленый обычно так себе по качеству завозят. Люди не совсем корректно его заваривают кипятком, угу. долго лист стоит, он как бы бродит в этом всем. Экстракция очень сильная и, и выделяются тонины, которые ощущение вот этой вязкости, так. горечь идет. Угу. И вот люди больше себе, наверное, навязывают, что зеленый чай это Більше корисно, ніж смачно. Угу. Так... Хотілося би ще запитати про от, чайний чемпіонат, трохи угу. детальніше. Е, ти казав, що е, люди там з закритими очима пробують, е, чаї, намагаються їх розрізнити. Угу. Ці люди якось підготовлені, чи це просто звичайні перехожі? Не знаю. <плес> Могут быть и перехожие, прохожие, но в основном, это спортсмены, в, ос, в основном уважающие. это чайные гики, спортсмены. Ага. Это какие-то, это как ребята, ага. вот знаете, вот там, не знаю, внизу кофейня, там работает бариста в татуировках, ему, он mm -hmm. там три года работает, он слушает хип-хоп, там вот это все, изучает кофейную культуру. Возможно, ездил в Гондурас, если он там топовый бариста. Вот чай похожая история, только меньше таких людей, к сожалению, меньше. Меньше рынок, но он сейчас на стадии роста. Uh -huh. И сейчас многие, кто работает в чайных клубах, в чайных домах, проводят чайные церемонии. Даже с бар, барманской культуры бартендеры, которые mm -hmm. работают с алкоголем, наливают мартини, вино, mm -hmm. делают коктейли, негрони, всякие штуки, они приходят в чай, как в новый продукт, чтобы в нем разобраться, и они часто участвуют в чайных чемпионатах. Ну и там типа достаточно не, как это, несложно себя хорошо проявить, потому что алкогольная и кофейная культура, они... Складнейшие Они при там mm -hmm. приходишь и там 70 участников. Mm -hmm. Mm -hmm. А и, ну и там выбор такой. Зазвучай. А тут типа там 15, например. Меньше mm конкурентов. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Да, тут выиграть проще раз в шесть. Ты <laughs> И поехать в Корею, в какую-нибудь Китай, Ты Японию. саме такого чемпионату. Как, загалом, оценивается работа от участников? Есть бланки, вот есть вот Team Master Cup, это большое международное как бы такая объединение людей и у них есть сертифи не сертификаты а критерии качества оценки mm -hmm. там, ну судьи есть бланк когда человек там допустим заваривая чай смо... смотрят и и на вкус самого чая не до заварен заварен сколько положил грамм какой он выбрал чай почему он этот чай выбрал его психологические всякие штуки как он подал как он преподнес почему он выбрал этот oh. чай и Как он себя ведет, чисто плотность подачи. Вот, допустим, две капли, это уже там минус балл, грубо говоря, я бы написал. Ага. Ну, такое. Минус балл. Это чисто плотная подача. Не, ну, на самом деле чай на доске заварен, обычно проливается, но в принципе, если вот, допустим, он поставил чашку и оно немножечко там, не знаю, разлилось, то понятное дело это не чисто минус балл. Его идея подачи, допустим, чай и еда. Он выбрал там какой-то сушеный вяленый ананас с японским порошковым чаем. Почему он это выбрал? Угу. Почему как как участник опишет вот этот выбор и как оно должно как как судья должен пить правильно? Э, почему так Ну вот эти вот все штуки, так. как оно друг друга дополняют, не перебивает не слишком кислотно сладко. То есть тут уже начинается гастрономия и такие нюанс фир это очень хорошая история. Чефир на ну, ну когда он правильно заваренный, так действительно, он ну, в определенной мере и корисный и бодирить ну мягко, кажучи, нормально, <laughs> Надолго Но да. выстачает. Вот цікавить, интересует, знаешь, вот ешь разные участники. Да. Вот най оригинальнейшая подача, вот, какая тебе сподобалась? О, я помню чай в кокосе был. Ух ты. Ти. Типа Вау. кокос чай mm -hmm. что-то такое. Я помню девочка заваривала в Днепре белый чай. Настой получался белого чая, потом она его разливала в кубики типа льда, замораживала и, и, и типа судье давала. Просто кубики, 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 а потом просто наливала горячей воды, оно такое фух. Это так креативно, Класс. ну реально. Ну, такие креативно. штуки угу. странненькие. Ну что, креативно досыть. Чай алкоголь был там. Не, ну это классика. На жаль, это классика. Чай алкоголь это вообще новое направление. Было там, я... 2016 году делал черный пуэр угу. э, с белыми грибами сушеными. Ух ты! То есть белые грибы, угу. пуэр, все это готовится в кофейном сифоне, угу. потом подается человеку и параллельно жарится гренка, золотистый изюм в карамельном, в карамели с белым вином, сахарным сиропом и апельсиновым свежим соком подается. Угу. И типа такая. Это Она... прям такое мистецтво, справжнє и поединение, и смаков, и хорошей подачи, да, всего да. в купе. Тут мы сталкиваемся с... Ну, типа, это не для как это? Это не на каждый день, можно сказать. Ну, зрозуміло, это... что с ритмом життя сейчас просто заваривать чай и замораживать его с кубиками льда, это да, да, ль да, да, да. прям очень много. С апельсиновым соком. <laughs> <laughs> это, ну, тут очень много, я слышал и знаю, что очень много поваров, каких-то таких профессионалов, тех, кто занимается высокой кухней, всякие рестораторы, шеф-кондитеры, еще кто-то, им это прям интересно, потому что для них это типа ноу-хау вообще. И они потом, ну если это классная подача, качественная, mm -hmm. то вообще идея внедрить ее в ресторан потом, в, чай, ну, в чайную карту, так. то есть десерт какой-то или там чай-алкоголь, там дымный, джун чай, который дает дымом с дымным виски и каким-то солодом, mm -hmm. всякие такие штуки, э, там не знаю, сухой э, сухой херес и индийский дарджилинг первого сбора. Mm -hmm. Пить нужно чуть-чуть этого, чуть-чуть этого. Ты такие назвы кажешь, что три фотографа стоят. Джиншань Сауджун? Есть такой стереотип у украинцев, про это часто говорят, что в чайных пакетиках на самом деле нет чая, там сметя. Как ты думаешь, это правда или нет? И правда, и неправда. Есть, ну, я не знаю, если взять вообще все рынки пакетиков, угу. то процентов, наверное, 90-95 это сметя. Это же от ну, залежит, угу. я думаю. Да, да, да. От его добросовестности, Лицо, так. так. Вот этот чай, в принципе, качественный, можно просто перебить в пыль. Mm -hmm. Просто это не рентабельно для производителя. Mm -hmm. Ему как бы оно... Не особо часто интересно. Интересно, что самые первые чайные пакетики были качественные. Был очень классный чай. Были пакетики не просто вот эти вот непонятные так. бумажные, которые красятся и отдают вкус от пакетика. А был шелковый пакет. Ну, это типа Великобритания, а, 19 ну, век. Классно, да, классно, так. Э, да. Ну, на самом деле есть вырубники, которые делают... Качественный чай в пакетиках, э, но его мало. И он стоит чуть-чуть больше все время рынка. Если же выбирать, вот, обычному пересечному украинцу, вот он стоит сейчас, не знаю, собирается в магазин и стоит перед выбором купить все-таки э, листовый чай uh -huh. или все-таки пакетик. Про лучше листовой вообще. Листовый. И китайцы об этом говорят, сами производители. И на Шри-Ланке там где. Ну вот, допустим, у нас черный чай пьют вот 8 вот эти проценты, о которых мы говорили, пьют в основном Шри-Ланка, Индия, самый Кенийский черный чай то есть, это вот эти вот черные, такие насыщенные чаи, там, где плантацию очень давно. Это бывшие колонии Великобритании, тоже, опять же, и там делают, вот типа есть фракция э, листового крупного, mm -hmm. очка, ну, то, что там любят в целом mm -hmm. и есть вообще там даст это пыль это чай когда его пропускают через жернова через мельницу и он такой просто такой mm -hmm. ну и там есть несколько видов технологии чая в пакетики первое это умышленное производство чая в пакетике, когда перетирают в пудру и фасуют уже там пум 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 пакеты просто mm -hmm. идут по конвейеру mm -hmm. а, а есть mm -hmm. грустное чай, чайное производство это когда делают нормальный чай mm -hmm. и остается от мельницы от сушилки от барабана пыль, и ее типа сметают, такие чикс и откладывают на пакетики. Пакетик. Да. Но ну, это память. как бы чуть грустнее история. Ну, Хотя может быть вкусно на самом деле. Набуває популярности, до речи, в последнее время матча. Откуда угу. она взялась в Украине в целом, и как такої такой реальной популярности? Хороший вопрос. Я сам об этом думаю каждую неделю. Матча взялся с Европы, наверное. Ну, Популярность матча выстрелила на европейском на американском рынке, как суперфуд, модели, красивая жизнь, healthy food. Uh -huh. И с вот этой всей прекрасной. Healthy, реально. Все блогеры начали матча, мача, матча, мача, 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 матча, матча. И в Украине, как бы взорвалась, взорвался рынок. И мы тоже там завозим этот матча, но вопрос в том, что есть. Очень крутой матч, который стоит просто космических денег, uh -huh. которого в стране там, не знаю, ну там килограмм десять там всего. Условно, на всю Украину. Ну, 50, не знаю, мало, в общем. А есть матча которые делают в Китае, который везде практически. И его May просто. Да, да, да. Это, конечно, там матча цвета, я не знаю. Ну, такого. Шлепки перетерти. Да, 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 да. Пыль китайских дорог. Разлом с чаем. Взбивается это все. Но только на безлактозном молоке оно его очень подчеркивает. Бачалат. На кокосовом. О, кстати, мачалаты, действительно, как-то сразу дивно, кава змішана с молоком, ну и с молоком, и с чаем, и как-то все это... Не Нет-нет-нет, це... кав там нету, только мача да э, и молоко. Ага, даже да. а так. А ты думала, как? Я думала, там і чай, и кава, и такой мікс. Ну, коктейль могло бы быть, в принципе, э, мачалат это просто взбивается молоко, взбивается матча и добавляется. Ага. Матча там типа концентрат, как капучино делают, маленький концентрат, насыщенный. Обычно на мачалат латы, смотря, если брать какое заведение. Если вы спуститесь вниз и там самая первая обычная кофейня возле метро, то это будет мачалаты с грустненьким матча. Если это там классный ресторан, то у них будет. Я тоже якось так пробовала, было действительно очень грустненько. и да. ну, я, більше після после того, якось не рискнула еще раз пробовать матч мачалаты, но все ж так хочу вот то самое правильное, потому что хочется узнать, какое же оно должно быть. Ну явно не такая, как я пробовала. В классных заведениях, которые делают, там, я не знаю, хороший кофе, заморачиваются, mm. властно кондитерская, еще что-то, э, они делают часто и хорошие мачалаты. Mm. Вот. От мене зараз цікавить тільки одне. Я сьогодні зранку а, побачив матча-лати зеленого кольору, матча лати імбирний, а, матча лати вугільний. Це різновиди. Це в Майнінському парку, у них є такі. А? Ні, ні, це тут, недалеко біля студії. Це не те, що треба. Ну, це грустна історія. Матч це тільки зелений чай. Так. ну, будем называть вещи mm -hmm. своими именами, некоторые шарлатаны, реально шарлатаны, mm -hmm. берут матча как маркетинг идея. Вот матча mm -hmm. это mm -hmm. вот, э, вообще матча это перетертый чай. Mm -hmm. Матча, матча. Это перетертый чай. Mm -hmm. И они к этой всей идее высокого и культурного феномена, можно сказать, чайного, приплетают разные порошки, куркумы, имбиря, угля, синего чая, розы, Гуарана, свеклы перетертой, и называют это. Ну там просто перетирают свеклу и говорят: о, царажева мачо, она кошка 300 гривен за 100 грамм. Да, да, Класс. да. Но, но это все чуть-чуть как бы не та история совершенно. Но... На, в Японии там типа вообще там крестятся, говорят: типа, что, какая. У нас вообще какая цветная мача. Одна, один тип зеленый, и вот есть, типа, 10 видов. Все. Это, зеленый, это производитель говорит. Зеленый. Сидит японец, который <coughs>, переписывается с нами на e uh -huh. по имейлу, e поставщик с Кагашима, ему там 75 лет, он говорит: What do you mean? типа, типа, матча один. Типа uh, for cooking matcha, first class, elite class, and ceremony great. Uh -huh. Все. А мы такие <coughs> <Роже, вам> матче. <laughs> И он сидит, такой, типа, вы что, вообще? Нет, культурный <coughs> шок. Что вы пьете? Uh -huh. ну, э, ну, да, как-то так вообще. Это же матча по-украински. И и наверно даже борщем с, бо, борщем. Бо, с буряком <laughs> перетертым ну реально и салом <laughs> кусочек сала сверху это новая идея для чайного чемпионата сала и буряковый матч. кстати борщти <laughs> <laughs> <И> вся <laughs> вот это вот чайное чайное объединение чайного чемпионата как бы чуть-чуть борется с, этим, с этой историей. Как вариант, вы уже э, запропонували такой стартап для всех кавьярин, делать э, действительно матчу по Украине. Борщовый матч. Борщову. Через так, две недели так. появится в лучших японских э, украинских ресторанах. И будет коштовать. Да. Э, скажут, что завезли, не знаю, за 3-9 земель. Для иностранцев, для поляков, чехов. Очень пойдет. Обовязково. Уже интересно это попробовать. Традиційне. Не, просто коли, знаєш, там, про Польщу згадуємо. Я, я завжди згадую українське народне свято їхати на, цю, на полуницю, там же свою матч робити. Ще один варіант. Так, знаєте, про що хотів запитати зараз. Про чай поговорили. Зрозуміли, зелений, користь зеленого чаю, користь чорного чаю. А от вживання чаю. С сахаром, чи без, Чи це на любителя, кому mm -hmm. як подобається? Смотря какие задачи человек ставит. Если это просто вкусный чай с бутербродом утром, mm -hmm. то, на люб... то да. <свят> Взагалі на чайных церемониях це прийнятно додавати у чай цукор. Ну, ну, ніхто не пьет. <свят> ну я, я теж так думаю. Обычно. Якщо, mm -hmm. uh, ну я не знаю, якщо какой-то, не знаю, кафе и вам хочется чай с лимоном, бергамотом, mm -hmm. это как бы типа, более-менее считается нормально. Может пробачить еще. Просто чем лучше качество чая, тем вообще сахар отпадает. Это, как, я не знаю, вам сейчас налить э, виски с. Э, Колы. продуктового, и, 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 и вы будете его чистым пить или с колой. И 12-летний Макалан, который там стоит по 300 гривен за стопку за 80 миллилитров со льдом. Ну, как бы да, можно смешать его с колой тоже. Я знаю таких э, бандитов Советского Союза, но лучше как бы пить отдельно все-таки. Ну, не зрозумеют. так. Да. Макалан смешивать. Вот с чаем та же история. Чем качественнее лист, тем угу. молока, сахара еще чего-то меньше. Так, ну, слушай, на завершение сьогодні хочеться у тебе дізнатися, можливо, якісь лайфхаки, от як в повсякденному житті підбирати чай, от, чтобы щоб він був більш-менш якісний за прийнятну цену ну и відповідно людина була в гарному настрої, бо чай. Я думаю, лучше брать, во-первых, чай, как у нас выбирают обычно. Если человек выходит там с продуктового, мне так кажется. Если бы я не знал чай, я бы примерно так делал. Типа я просто покупаю огурцы, специи, мясо, рыбу и такой, о, и чай взял. В ну, это вот, Ну же. да, пакетиках. Или какой-нибудь масс-маркет обычный. То я бы, наверное, шел в специализированные чайные магазины для начала. Хотя бы те, которые вот рядом где-то. Вероятность того, что там интереснее качество, выше. Uh -huh. Вот. Ориентировался бы на цену, ориентировался бы на откуда он, как, сколько ему по, по времени. И ориентировался на бренд, у кого вы берете. Потому что это достаточно важно. Ну и потом дальше нет предела. Есть очень много интернет-магазинов, 21 век, и вот эти вот все предкассовые покупки «Тысяча одна ночь», «Чай», «Секреты гейши», «Дочь императора». Вот это все отпадает чуть-чуть. Слушай, просто я колись реально бачу всю «Тысячу и одну ночь» чай. Да, да. Ну, типа, спочатку цикаво, бо она, знаешь, такая разнокольорова, иначе то сдается что будет смачно. Ты за Василька. <реш> Реальна Васильок просто. <реш> і він такий цвет дає. <реш> ну, а потім якось мене відвернуло від того. Uh -huh. не, не захотів. Ну, це один з самых популярних ароматизованих чаїв. А, чаї. до речі, так, от помітила, неодноразово помічала, що е, чаї, вони наче і на е, запах от, такий uh -huh. насичений, а на смак. Звичайний, ну як взагалі, як то там і немає цих фруктів, я не знаю, спецій чи ще чогось. Це просто якісь ароматизатори додають. І я так розумію, це не дуже корисно для. Є різні від ароматизаторів. В цілому це так собі ароматизатори. Є просто э, качественні ароматизатори, є повністю натуральні ароматизатори, mm -hmm. коли отдільно кусочки всього. Це зрозуміло всім, що це ок. Є середній варіант, ароматизатор, ідентичний натуральному, те, що називають. в пищевой промышленности. И есть ароматизатор яд, типа, грубо mm -hmm. говоря. Mm -hmm. Ну вот, в принципе, я общался с производителями именно ароматизированного чая, которые тут ароматизируют mm -hmm. его. Вот они покупают там тонну зеленого чая и добавляют туда mm -hmm. вот этот краситель ароматизатор точнее в респираторе есть пьяная бочка я был на производстве когда вертится mm -hmm. эта штука под углом вертится чай и человек в специальном костюме с этим с респиратором Очень стоит и, ш, и распыляет как бы ароматизатор oh. чая okay. oh. Oh. Ну, вот так это происходит поэтому тысяча на одна ночь примерно так и готовится <kelp> но а есть а разные качества есть там не знаю там французский немецкий э ну и все, французский, немецкий, ну не английский еще, Ароматиза... ароматизированный чай, там считаются классные, но смотря какие. А часто украинские ароматизированные чаи надо смотреть, но масс-маркет точно весь такой. Угу. Я как же не дуже. Сомненький угу. трошки. Ну, потому что действительно масс-маркет, это дешевше, да. выбирают то, что дешевше. И я думаю, это что в респираторах вы рассказываете. Хотя Сколько? они же сравнивают, 100%. вот ароматизированная чашка чая, вот все говорят, о ароматизированный вред, я умру ГМО, а они сравнивают ароматизированную чашку чая или чайник с мороженым, тоже с там не знаю любым мороженым с полки, там те же вот эти ешки, которые идут сюда и сюда. Одинаковые масла, масла полуны, эти mm -hmm, тут, mm -hmm. тут, например. И они говорят, типа, все едят мороженое, всем ок. Ну, большинству, кроме Хелси, вот этого движения, там часто уже начинается сорбет, там mm -hmm. сорбет матча. Mm -hmm. Мы, рубили колись матч мороженого, очень прикольно получается. То там, типа, мороженое и чашка чая ароматизированного равноценные. Mm -hmm. Ну, такое. Ну, так, на любителя. цели. Порная чуть. Mm -hmm. История тут. Клас, дякую вам за такий бадьорий е, раночок за таку круту чайну церемонію. Нагадаємо нашим глядачам, що у нас у гостях був Климент Матюнін, суддя національного чайного чемпіонату. Дякую, що ви були з нами. Я впевнена, вам було корисно та цікаво переглянути це відео. Підписуйтеся на наш ютуб канал, аби завжди бути в курсі усього актуального та цікавого. Ну, а після того, як підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже актуального та цікавого матеріалу на нашому ютуб каналі буде ну занадто багато. Thanks for